Чесно зізнаюся, що я, до речі, так само вчора перекинувся кількома словами з президентом Київського Динамо. І от, щоб не була оманлива, знаєте, картинка, що він там посміхається, насправді в нього всередині все бурлить. І бурлило вчора. Він був дуже незадоволений. Безперечно, що емоційне рішення приймати не можна. Але я так розумію, що сьогодні і він, і вболівальники Київського Динамо розраховували, безперечно, на набагато якісніший результат. На те, що все-таки програш Олімпіку, програш Шахтарю, ну якось заведе футболістів Київського Динамо. Ну ваші часи, Олеже, уявити собі, що Київський Динамо просто поступилося три матчі поспіль, було практично нереально, це, правда? Да, навіть тяжело представити, що таке може бути, але реалії такові, що це є на сьогоднішній день. Здійснювала мрію сьогодні Саша, хлопчик Павло, який важко хворий, він сьогодні, він мріє вивезти когось футболістів Київського Динамо на футбольне поле, і йому сьогодні це вдалося зробити. Наша Саша продовжує чарувати і залишатися чарівною чарівницею просто для хлопчаків. Ми бажаємо йому, щоб він якомога швидше одужав. Ну і моменти. Моменти цього поєдинку. Перший удар Петряка зі штрафного стійка, а от Морозюк свій шанс використав. І от бачите, навіть забили гол, якусь і емоцій немає особливих. Эдуард. Я даже удивился, да. Ну, такое впечатление, что забил своей бывшей команде. Обычно так празднуют, да, когда вообще да без эмоций. А может, восприняли... может, восприняли как должное чего? Я не знаю, как должное. Палка двух концах. Последнее время Ярмоленко залишився у запасе. Момент Яремчука. Момент Яремчука. Него вот... Я не видел, когда шею себе продлевали. Все є до момента удару. Вот все не решение не успевает принять. Это игровой тонус называется. Это называется первый гол надо забить. Никак у него не заходит. Тут момент Віда, ну, Бонавентура сам налетів просто на Віду. Тут ніякого порушення правил не було, ніякого блокування не було. І абсолютно справедливо Монзуль не вказала на 11-метрову позначку. Ще момент. Он момент Гонсаліса. Нарешті ми згадали, що є Гонсаліс, виявляється, в Київському Динамо. Тому що я вже давно не пам'ятав, що він є. Виявляється, що він є. І після цього удару і забили, в принципі. Хоча мог забити. М'яч був під ударною ногою, просто попасть в створ ворот. І розстояння дозволяло, і час, ну, не виконав. І Динамо, забивши гол, ну, якось, ну, солідності, ну, ніякої. Подивіться зараз, простий момент. Чечер, повертається м'яч після стандарту. Чечер, центральний захисник, він мого року, 80-го року. А діло тут не сука ему лета, а в тому, що як він хотів забити. Настрой на гру його і всієї команди. От посмотрите, як він пішов туди, як нав'язав боротьбу, ну і ошибка центральних захисників. В частності, опять ми бачимо в кадрі Бурда. Да нет, ну, Славина сильная сторона, и всегда этим была. Бороться, физический вот, контакт этот, это... Ну, а Айвен Хачериди продолжает пока что сидеть на трибунах. Вот это и есть момент. И тут 57-я хвилина, момент, Бонавентура забивает гол. Мы долго выглядали офсайд, офсайду не было. Потом нам намалювали, что на самом деле офсайду не было. Проспали эту ситуацию, конечно, когда шла передача от Петряка, все смотрели на мяч. А Бонавентура за счет своей скорости, он рванул раньше. Это ему хватило, чтобы выйти один на один. Но и обычно он в таких ситуациях бьет куда попало, это в дальний угол, все сделал правильно, как пишет книжка, да, без шансов не для попал вратаря. Хорошо, в принципе, по мячу с таким шансом. Эмоции от президента Київського Динамо, я думаю, что вони зрозуміли, вихід Ярмоленка, рибалки. Сергій Федоров показує, як вони повинні діяти. От Яремчук. Тут розібрався ніби все правильно. Знову, знову, десь трошки... Не вистачає йому, не вистачає прийняття рішення, швидкості прийняття рішення. Це коли от, не уверен нападаючий своїх дій, от така картина проявляється в його діях. Ну, це замкнутий круг. А, ну, не уверен, тому що не забиває. А не забиває, тому що він грає мало. І коли останній раз він грав? З Олімпіком, а до цього... Ну вот эта ситуация. Ну и вот тут пенальти. Ну как по мне, здесь не было никакого для пенальти. Для меня так само оно достаточно. Ой, здесь дымно. Пенальти, это, конечно, она попала в запару. Это, ну какой пенальти? Он видит, что он уже мяч не достает, все, он просто падает, подставляется, да, и да, падает. Он понимает, что мяч проигран, далеко отпустил, и Морозюк же ничего-то не делал. Ну и Коваль отбивает пенальти. Ну Форстер, да, он немножко интригу спас в этом матче. Забей сейчас третий гол, и все бы было ясно в этой ситуации. А ну так, это вот... была бы катастрофа для Динамо. Ну, я вам хочу сказать, что 1-3, ну, это катастрофа. Дома. Ну, этот гол бы ничего не поменял. Ну, причем тут 1-3? Поражение, тут даже еще. Ну, да, 3-2. И вот моменты. Моменты, вот это найкращий момент Киевского Динамо для того, чтобы відігратися, пробував рибалка после пасу Ярмоленка. Гармаш. Мы видим, на какой минуте этот момент. Та ми бачимо, на якій хвилині цей момент. Тут далі продовжується атаки Зоріше. Тут ще шанс, подивіться, знову ж таки, Бонавентура. Чуть-чуть посильніше. Ну, здесь тяжело було забити. Він загнався в мертвий угол, його накривав защитник. Ви емоції в Динамо бачили в цьому матчі? Так вот, останні 10 минут подкати були дуже багато, але емоції емоціями, а... После этих эмоций получали в контратаке. А я коли забив Морозюк, я зрозумів, що щось не те.
Ну, коли людина забиває і не тішиться від того, що вона виграє, ми б програли два матчі. Ір, ну, треба розуміти, до цього програли фінал Кубка. Психологічне стан було явно не на висоті. Це як оправдання. Але я залишу, що емоцій не доставало. Це просматривалось в діях футболіста. І заря в цьому компоненті произошла. Давайте послухаємо, що після гри говорив головний тренер київського клубу Сергій Ребров. По грі зрозуміло, що важко говорити після поразки, але все одно щось сталося. В чому причина? Да, в чому причина? В тому, що Заря була більш мотивована. Сьогодні я і говорив ребятам, да, була ротація состава, але вони, виходя на поле, повинні доказувати тут, що вони необоснованно сидять на замені. Наверно, это... все видели цю гру, да, старались, но... Я не видел какого-то желания на поле рвать, бежать, проигрывать, пытаться отыграть. Мы действительно сейчас находимся в трудном положении, оно есть у любой команды, но сегодня мы должны были играть. И, надеюсь, футболисты это понимали, за честь нашей команды. Но я не видел такого желания у всех отдаться, отдать все силы победы в этой игре, к сожалению. Скажите, пожалуйста, что с Гармашем, с ним что стало, что просто на Шахтар переберегли? Не, ничего, микротравма была, он... После игры обратился с воспалением колена, но тренировался нормально. Все нормально с Гармашем. Станислав Ильич, не можем не запитати, всім цікаво зустріч з президентом. Чи вона була, чи буде, що далі, і чи є у вас бажання залишатися? Да, конечно, встреча будет, и, наверное, эта встреча должна быть в первую очередь инициирована президентом. Если он меня позовет, конечно, я с удовольствием приду, у меня есть мое мнение, я уже его сформировал, но... Когда мы с ним встретимся, потом вы все узнаете. Бажання працювати? Чи це залежить від зустрічі? Конечно, все зависит от нашей встречи. Є щось додати чи? Да нет, ну я прогнозировал эту ситуацию перед сезоном. И дальше работать, наверное, мы должны понимать. Сейчас видно, что команде что-то нужно новое, какая-то встряска. Или смена тренера, или смена футболистов. Иначе... Чего-то нового еще, наверное, футболисты уже не воспринимают. Поэтому, наверное, надо определиться, как мы собираемся идти дальше. И, исходя из этого, решать мое будущее. Но в первую очередь мое будущее решает президент, не я. Вы как футболисты? Вы играли, вы партнеры Реброва. Вот знаете, хочется ему какую-то помогти, маленьким словом, делом навряд ли. Вот что бы вы ему сейчас сказали, Олеже? Тяжело что-то советовать в такой ситуации. Мне вообще понравились в конце его слова, мужественные слова. То есть он прекрасно понимает, что нужна какая-то встряска и надо что-то менять. И он это сам говорит и пытается это донести. И не боится ни встречи, и, я так понял, воспримет любое решение, которое пойдет во благо команды. Думаю, а советовать, ну, тяжело в этой ситуации. Может. В первую очередь игроки должны показать, что они хотят, чтобы и помочь. Если они действительно этого хотят. Мы видим, что они уже не хотят. Або не могут, або не хотят, або, або не понимают, но это помітно. Ну, видно, что должен новый импульс нужен. Новый импульс, который даст новый какой-то толчок для того, чтобы команда, ну, может просто, быть, встряхнула, заиграла по-другому. Я просто не понимаю, что они выигрывали с этим тренером два чемпионства, правильно? Вони, да. Ну, вони за нього билися, вони за нього віддавалися, вони повинні зараз показати. Вони повинні показати, що вони, ну, що вони, ну, мужики, да, правильно? Что изменилось, что случилось? Практически те же самые футболисты. Так а что изменилось? Вот. Ну вот что? Ну, мы видим только верхушку айсберга, мы видим саму игру, мы абстрактно воспринимаем ситуацию, не объективно, более субъективно. А надо более комплексно и системно подойти к решению этого вопроса. Проанализировать работу, сделать выводы, то есть много информации. 3 года – это очень длительный срок. И есть очень много информации и пищи для размышления. И проанализировав ее, можно принять какое-то решение. Единственное правильное. То, что что-то происходит не так, это видно невооруженным взглядом. И сам тренер говорит, что, ну, на таких эмоциях игроки «Динамо Киев» играть не могут. Он сам констатирует этот факт. Ну так це ж проблема самого тренера, якщо, ну, він, так, не може, якщо, ну, він не може правильно завести. Тренер відповідає за настрою команди. Я просто не можу зрозуміти, дивіться, Гарма же не є гравцем, так мовити сказати, основного складу, правда? Хачаріді не є гравцем основного складу, Рибалка не є гравцем основного складу. Тобто тут є, ну, знаєте, якби є питання, чому в них зникла мотивація? В тих футболістів, які мали би вести за собою, правильно? Ну, це організм, який... Изнутри только знаю, можно сказать, почему так произошло. Что-то, значит, ну, что-то нарушилось.
Мы же говорим о том, что два года до этого было все было, и желание, и мотивация, а сейчас это куда-то пропало. Так не бывает. Буде ще поєдинок Шахтар-Динамо, який не має ніякого турнірного значення, але поєдинок, я думаю, що він буде дуже важливий якраз от для Київського Динамо. Хоча ми відтягуємо, кажемо, що кожен наступний поєдинок важливий. Ну, хочеться побачити емоції, хочеться побачити оцю злість на самих себе, правильно ж, Олеже? Конечно, все-таки три игры проиграть подряд, я думаю, никто не может оставаться равнодушным, тем более игроки «Динамо». Зоря, яка, знаете, еще не забронювала себе бронзу и прямой выход в Лигу Европы, команда мала мотивацию, команда знала, за что она бьется. И, в принципе, для «Зори» эти три очки были набагато важливіші, чем для «Динамо». Воно якось відбилося, Олеже? Ну, конечно, было видно, и команда, самое главное, что проявила характер, после пропущенного мяча не опустили руки, проявили характер и вырвали очень тяжелую игру. Ну и по концовке было видно, когда они стелились, ложились под мяч, из последних сил бежали в контратаку, было видно настрой команды, и в принципе это дало им и результат, и победу. И в нас есть возможность послушать переможців цього поєдинку. У нас мотивация зашкаливает, потому что мы боремся за третье место, оно нам крайне необходимо, и потери очков и так уже достаточно потеряли. Поэтому, естественно, «Динамо» после Кубка была чуть-чуть разбалансировка, и еще неизвестно, какие футболисты могли против нас играть, в каком фоне, поэтому задача все-таки нужно было брать очки. Игра такая получилась очень до конца нервно-паралитическая для тренерского состава. Но нам очень нужны, но сегодня нам очки важнее, чем «Динамо». Хотели победить, конечно. Понимали, что это «Динамо». Ничего неизвестно было, какой у них состав будет играть. Ну, действительно верили и хотели победить. Вас почали поджимать уже «Олімпік», там вони десь там дуже про третє місце думають. Так пусть думают, мы свои очки будем считать в конце, там, как они там сыграли. Ничего. Ну, значит, у нас чуть больше, чем 3 очка отрыва, поэтому нужно доводить до логического завершения.